Всем привет! Меня зовут Крышталёва Ксения. Я художник-иллюстратор. Рисую преимущественно цветными карандашами. И в Инстаграме меня можно найти под ником Мурзилочка.Арт. А сегодня у меня мега крутая новость. Я стала обозревателем июльской коробочки от Doodle & Sketch Deal Box. Напоминаю вам, что содержимое этой коробочки обойдется вам гораздо дешевле, чем в обычном розничном магазине. А теперь давайте скорее посмотрим, что же там внутри. Сейчас мы с вами распакуем эту замечательную, красивую коробочку. Посмотрим, что же там внутри. Мне уже очень не терпится посмотреть. Безумно красиво упаковано, с огромной любовью. Сразу видно, как заботливо они относятся к обладателям этих коробочек. Та-дам! Очень волнительный момент. Ух ты! Кстати, да, у меня коробочка Pencil Box. И я думаю, это не случайность. И самое первое, что же мы видим? Естественно, сладости. Как же без этого? Визиточка. Очень красивая, миленькая визиточка. Очень вкусные сладости. Это самые любимые мои сладости. Прям как знали. И... та-дам! Что же? Ух ты! Ничего себе! Если честно, я не ожидала. Вот этого я точно не ожидала. Это безумно круто. Вы только посмотрите. Это коробочка Dirvent Color Soft. 24 карандаша. Обалдеть. В металлической коробочке. Я если честно, в шоке. Какая красота! Вы только посмотрите! Сколько здесь цветов, и какие они все красивые. Кстати, у меня таких еще нет. Поэтому я безумно рада. И я безумно удивлена. Клячка, 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 клячка. Это очень крутая вещь. Намного лучше обычных резинок, эластиков. Клячка, она помогает во всем и всегда, и везде. Она не оставляет после себя мусора и снимает по тонам. Ненужную тональность убирает. Либо сильно яркая. Так. Это блендер. Тоже дервентовский блендер. Этот карандаш помогает нам смешивать цвета. Делать очень плавные переходы. Блендером, кстати, я тоже не пользуюсь в своих работах. Поэтому тоже будет очень интересно его попробовать. Простой карандаш. От графит 2B. Прекрасно. Ластик дервентовский. Точилка. Тоже очень незаменимая вещь. Особенно такая маленькая, компактная. Скетчбук. С бумагой концон. Микс медиа. Размер XL. Плотность 300 грамм. Очень удобный и интересный формат. Альбом для смешанных техник. Отлично. Среднее зерно. Посмотрим. Ну, вполне себе такое прям. Даже не среднее зерно. Я бы сказала, вполне себе даже крупное зерно. Но тоже интересно. Будет попробовать в деле. Боже мой, это прекрасно. Влажные салфеточки, куда же без них. У нас всегда должны быть чистые руки. Та-дам! И что тут здесь еще? Бумага. Graphic paper от Doodle & Sketch. 120 грамм.
сейчас аккуратненько откроем. Нет, не аккуратненько, мы все равно откроем. Я не умею открывать красиво. О, а вот такую бумажку я люблю. Это вот прям самая лучшая идеальная бумажка для цветных карандашей. Ну, по крайней мере, для меня. Очень гладкая. Довольно плотная. Я думаю, мы на ней и порисуем. И самое вкусное напоследок. Это такие наклеечки. Куда же без них? Прекрасные. Будет чем украсить скетчбук. И что же мы имеем в нашей замечательной коробочке? Это, безусловно, обалденные красивые наклейки. Бумага от Dublin Sketch. 120 грамм. Белоснежная и очень гладкая. Скетчбук с бумагой Consonne. Замечательная упаковка карандашей, от которой я до сих пор в диком восторге. Клячка. Точилка. Ластик от Derwent. Простой карандаш. Блендер от Derwent. Влажные салфеточки. Куча вкусняшек. И это, по-моему, самый замечательный и крутой сюрприз, который только можно получить. И сейчас мы с вами нарисуем какую-нибудь замечательную картинку. Нажимаем на карандаш, потом его чуть-чуть отпускаем. Идет такая бледная линия. Где нужно будет, мы опять делаем нажим. Это называется как раз-таки живой линией. Что такое штрих и как правильно штриховать? Ставим карандаш и резко одергиваем его. То есть штриховка, вот это у нас не закрашивание. Мы не красим ни зигзагами, ничем. Дальше мы не делаем штриховку вот такую вот бешеную какую-то. Здесь у нас самый главный акцент в штриховке будет опять же на цветах, поэтому фон я предлагаю делать либо с небольшим наклоном, просто прямыми штрихами, либо просто вертикальный.